Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Шри Чайтанья Чаритамрита, текст Адилила, глава 8. Автор получает приказ Кришны и Гуру. Текст 31. Прочитаем также перед этим текст. Если кто-то повторяет возвышенное святое имя Господа снова и снова, но любовь к Верховному Господу все же не появляется в его сердце, и слезы не текут из глаз, это значит, что из-за оскорблений при повторении святого имени семя святого имени Кришны не может прорасти. Тот, кто повторяет мантру Харе Кришна с оскорблениями, не достигает желаемого результата. Поэтому необходимо тщательно избегать всех оскорблений, которые уже были описаны в комментарии к 24 стиху. И текст 30. Чайтанья нитянанде нахе саба вичара намалайте премадена бахе ашрудхара. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Но если человек, пусть и с небольшой верой, произносит святое имя, святые имена Господа Чайтани и Нитянанды, он очень быстро освобождается от всех оскорблений. Поэтому, как только такой человек начинает повторять Махамантру Харе Кришна, он чувствует блаженство любви к Богу. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур замечает в этой связи, что если человек принимает покровительство Господа Шри Чайтани Махапрабху и Нитянанды, и следует их наставлению быть терпеливее дерева и смиреннее травинки, и в таком настроении повторяет святое имя Господа, то он очень скоро получит доступ к трансцендентному любовному служению Господу, и из его глаз польются слезы. При повторении Махамантры Харе Кришна необходимо избегать оскорблений. Однако к повторению имен Гаура Нитянанды это правило не относится. Итак, если человек повторяет Махамантру Харе Кришна, но его жизнь все еще полна грехов, ему будет очень непросто достичь уровня любовного служения Господу. Однако, если, несмотря на все свои оскорбления, такой человек повторяет святые имена Гаура Нитянанды, он очень быстро освободится от последствий своих оскорблений. Поэтому, прежде чем начать поклоняться Радхе Кришне, следует обратиться к Господу Чайтани и Нитянанде, то есть поклоняться Гуру Гауранге. Всем последователям нашего движения сознания Кришны мы советуем сначала поклоняться Гуру Гауранге, а уже потом, когда они несколько продвинутся в духовной жизни, мы устанавливаем для них божества Радхи Кришны, и они начинают поклоняться Господу. Чтобы достичь Радхи Кришны, необходимо сначала найти прибежище у Гауры и Нитянанды. Шрила Наротам Дас Такур поет в одной из своих песен «Гауранга Абалиты Габе, Пулака Шарира». Хари Хари Балите Найны Бабе Нира Аракабе Нитай Чандар Каруна Хаибе Самсарава Сана Мора Кабе Тучха Хабе Вишая Чарие Кабе Шуда Хабе Мана Кабе Хама Хераба Шри Вриндавана. Поначалу преданному следует усердно повторять святое имя Шри Гаура Сундары, а затем святое имя Господа Нитянанды. Благодаря этому его сердце очистится от скверны материальных желаний. Тогда преданный может отправиться во Вриндавана Дхаму, чтобы поклоняться там Господу Кришне. Не получив милость Господа Чайтани и Нитянанды, нет смысла идти во Вриндаван, поскольку тот, чей ум нечист, не сможет увидеть Вриндаван, даже если попадет туда. Для того, чтобы оказаться в настоящем Вриндаване,
Нужно принять покровительство шестерых госвами, читая Бхакти Расамрита Синдху, Видагдха Мадхаву и Лалита Мадхаву, а также другие книги, которые они оставили после себя. Только так можно понять трансцендентные любовные отношения Радхи и Кришны, Кабихама Буджабаса и Югала Пирити. Любовные отношения Радхи и Кришны отличаются от мирской любви. Они не имеют никакого отношения к этому миру. Для того, чтобы постичь Радху и Кришну, поклоняться им и с любовью служить им, надо принять руководство Шри Чайтани Махапрабху, Нитянанды Прабху и шестерых госвами, непосредственных учеников Господа Чайтани. Для обычных людей поклонение Шри Чайтани и Нитянанды Прабху или Панча Татве доступнее, чем поклонение Радхе и Кришне. Человека не следует побуждать поклоняться Радхе и Кришне, если только он не принадлежит к числу особо удачливых людей. Ученик-неофит, который еще не очень хорошо образован и не обладает достаточными познаниями, не должен поклоняться Шри Радхе и Кришне, то есть повторять мантру Харе Кришна. Даже если он будет это делать, он не сможет добиться желаемого результата. Поэтому, отбросив гордыню, следует повторять имена Нитай Гауры и поклоняться им. Каждый в материальном мире в той или иной степени привержен греху. И потому вначале необходимо поклоняться Гуру Гауранге и молить их о милости, поскольку это позволит человеку, несмотря на все его изъяны, очень быстро подготовить себя к поклонению Виграхе Радхи Кришны. Тут надо отметить, что святые имена Господа Кришны и Гаура Сундара одинаково тождественны Верховной Личности Бога. Поэтому неправильно считать, что из этих имен более могущественным, что одно из этих имен более... Поэтому неправильно считать одно из этих имен более могущественным, чем другое. Однако, принимая во внимание положение людей этого века, можно сказать, что повторять имя Шри Чайтани Махапрабху важнее, чем Махамантру Харе Кришна, поскольку Шри Чайтани Махапрабху – самое великодушное воплощение Господа, и Его милость легко доступна. Поэтому вначале необходимо найти прибежище у Шри Чайтани Махапрабху, повторяя Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Тот, кто служит Гауре Нитянанде, освобождается от оков материального существования и обретает способность поклоняться Божеству Радхи и Кришны. Ом Агьяна Тимирандхасья Гьянанджана Шалакая Чакшуран Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобхиштам Стхапитам Йена Бхутале Своем Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакал Патарубешча Крипа Синдхупе Вача Патитанам Павани Пьо Вайшнави Пьо Намо Намаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Прештхая Бхутале Шримате Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштедяде Шатарине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе Чайтанья Нитянанде Нахи Эсаба Вичара Намалаити Премадена Бахи Ашрудхара. Но если человек, пусть и с небольшой верой, произносит святые имена Господа Чайтани и Нитянанды, он очень быстро освобождается от всех оскорблений. Поэтому, как только человек, такой человек, начинает повторять Махамантру Харе Кришна, он чувствует блаженство любви к Богу. Автор Чайтани Чаритамриты призывает принять прибежище у Господа Чайтани, Господа Нитянанды. До этого, в первых главах Чайтанья Чаритамриты, Кришнадас Кавирадж Госвами описывает татву, Нитянанда татву, Гауранга татву, Адвайта татву, описывает положение Господа Чайтани и его ближайших спутников. Это реализация Кришнадаса Кавирадж Госвами, подобно тому, как Вьясадева, погрузившись в транс, увидел абсолютную истину. И после этого этот транс, это осознание было обличено в форме Шримад-Бхагаватам, подобно этому Кришнадас Кавирадж Госвами
облекает свою реализацию в форме этих глав Шри Чайтанья Чаритамриты, где он описывает татву, положение Господа Чайтаньи, положение Господа Нитьянанды. И эти сокровенные истины неизвестны даже великим знатокам ведических писаний, даже многим великим преданным это неизвестно. Многие великие преданные, которые посвящают всю свою жизнь поклонению Господу в его величественных формах Нараяны или Рамы, не знают этих истин о том, что Верховная Личность Бога, Кришна, приходит в этот век Кали вместе со своими ближайшими спутниками, со своими экспансиями, первая из которых Нитьянанда. То есть эта реализация очень сложно обретается, и через самостоятельное изучение вед нельзя прийти к такому выводу. То есть нельзя прийти, или точнее, нужно сказать, сложно прийти к этому выводу, к выводу о том, что Господь Баларама является первой непосредственной экспансией Кришны. То есть в других сампрадаях, в других вайшнавских традициях они принимают Кришну как экспансию, непосредственную экспансию Нараяны, да? То есть тогда как Шримад Бхагаватам утверждает Кришну как Сваям Бхагавана или Ади Пурушу, изначальную личность, источник всех воплощений и аватар. То есть эти истины очень сложно понять через самостоятельное изучение вед, но по милости Господа Нитьянанды даже глупец Агена Пи, Кришнадас Кавираджа Госвами говорит о том, что даже глупец Агьяна, человек, который лишен знания, и фактически Агьяна означает, указывает на человека, который не только лишен знания, у него даже нет предпосылок, чтобы его обрести, он не способен обретать знания, то есть очень глупый человек. И вот по милости Господа Нитьянанды даже глупый человек может осознать его величие, осознать то, что Нитьянанда является непосредственно Господом Баларамой, вторым телом Господа Кришны. И Кришна и Баларама являют себя в Кали-югу как Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда. Вот эта татва описывается в начале Чайтанья Чаритамриты. Это является реализацией таких великих душ, как Кришнадас Кавираджа Госвами, шесть Госвами Вриндавана до него, впоследствии Ачарьи Парампары, все поклоняются Шри Нитьянанде и Шри Чайтанье как непосредственному проявлению, как непосредственно Верховной Личности Бога, самому Сваям Бхагавану, Кришне и его первой экспансии, его второму телу, как да, называют Господа Нитьянанду или Господа Балараму часто. Вот такова прамана, доказательство, откуда мы узнаем, откуда мы получаем это сокровенное знание о положении Кришны и Баларамы, положении Господа Чайтаньи и Нитьянанды. Самореализованные личности, откровение или реализация самореализованных личностей такова, таких как Кришнадас Кавираджа Госвами, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада. Мы, опираясь на их авторитет, принимаем Гауру и Нитая как Верховную Личность Бога и ищем их милости, поклоняясь божествам Шри Гуру Гауранги или Шри Гаура Нитая. И повторяя их имена, прежде чем приступить к повторению святых имен Радхи и Кришны, Хари Кришна Махамантры, мы следуем по стопам этих великих душ, и таким образом, по их милости, мы можем легко обрести вот эту реализацию, осознать положение Господа Чайтаньи Нитьянанды как верховных личностей Бога. То есть одна из праман – это реализация великих личностей, нити ситх, которых мы принимаем нити ситхами. Для этого есть другие причины. Это тоже большая тема. Это все относится к методам постижения, к методам получения знания, откуда мы знаем, что какое-то знание является истинным, а какое-то неистинным. Откуда мы знаем, что Шри Нитьянанда и Гауранга являются верховной личностью Бога. Откуда мы знаем, дорогие преданные? Откуда мы это знаем? Из интернета. Ним Прабху в интернете узнал. Вы раньше узнали, тогда не было интернета.
То есть мы откуда знаем, что Господь Чайтанья является верховной личностью Бога, и, соответственно, Господь Нитьянанда. Не может быть Нитьянанда без Чайтаньи, невозможно осознать положение Господа Нитьянанда, не осознав положение Господа Чайтаньи. И невозможно осознать положение Господа Чайтаньи без милости Господа Нитьянанды. Это очень интересный эзотерический факт, что по милости Господа Нитьянанды мы сначала постигаем положение Господа Чайтаньи, и уже как следствие мы понимаем положение Господа Нитьянанды. То есть по милости Господа Нитьянанды нам открывается положение Господа Чайтаньи, и потом, как следствие понимания положения Господа Чайтаньи, мы понимаем положение Шри Нитьянанды Прабху. Об этом говорит Бхактисиддханта Такур в Навадвипадамма Махатме. Сейчас прочитаем, но вот этот вопрос, откуда мы знаем? Мы опираемся на авторитет самореализованных личностей, на ачари, великие преданные, которые проповедуют, являются воплощением бхагаватами, проповедуют и эту истину и поклоняются Господу Чайтанье, Нитьянанде и как верховной личности Бога. Великие преданные, такие как Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Такур и так далее, Гуру Парампара. Это авторитет, как называется этот авторитет? Гуру Саду Шастры. То есть этот авторитет саду. Мы опираемся на авторитет великих личностей в цепи ученической преемственности, в традиции. Сначала у нас есть какие-то основания принимать их великими личностями, нитисиддхами, особо лишенными четырех недостатков. И поскольку мы принимаем, что они лишены четырех недостатков, мы принимаем все истины, которые они проповедуют, и воплощением которых они являются их ачар, их поведение. То есть мы принимаем Господа Чайтанью, потому что ачари Гаудия Сампрадая поклоняются ему как Иштадевати, то есть как главному божеству, принимая его тождество с Радхой и Кришной, соответственно, Господа Нитьянанду как его непосредственную экспансию. То есть это авторитет называется саду, гуру саду шастры, то есть мы опираемся на саду. Гуру в данном случае, гуру – это большая категория. Мать, отец, духовные учителя, шикша, дикша, гуру, шравана, гуру. Люди, которые следуют этой традиции в данный момент, наши современники. Да, это все относится к категории гуру-татвы. Смотрите, вся Бенгалия поклоняется Господу Чайтанье Нитьянанде. Здесь нет других традиций вайшнавских. Заметили, что здесь нет других вайшнавских традиций. Если вы увидите представителей какой-то другой сампрадай, Нимбарка сампрадай, Шри сампрадай, это просто люди переехали ради бизнеса или ради еще чего-то. Допустим, можно найти последователей Шри сампрадай здесь, но они окажутся марвари, то есть они иммигранты из других штатов. Вайшнавизм означает, в Бенгалии означает гаудия вайшнавизм. Здесь нет другого вайшнавизма. Здесь миллионы людей из поколения в поколение поклоняются Господу Чайтанье Нитьянанде как верховной личности Бога. Это гуру. На чем они основываются? Они основываются на саду, на авторитете великих личностей, экстраординарных проповедников Шримад Бхагаватам и принципов бхакти, таких как Бхактисиддханта Сарасвати, Наротам Дас Такур ранее, Шесть Госвами, да, которые доказали авторитетность всех гаудия вайшнавских доктрин в своих трудах, описали подробно процесс бхакти. То есть какой итог принятия прибежища в гаудии сампрадае? Какой результат, когда человек принимает прибежище в гаудии сампрадае? Какие-то есть результаты? Какие результаты принятия прибежища? Нет никаких. Все так же остается на своем месте. А? Приняв прибежище в Гаудия Сампрадае, человек, как сумасшедший, повторяет святые имена Кришны. Постоянно. Некоторые по много часов в день. Да. Человек посвящает себя процессам бхакти. Шраванам, киртанам, вишну, смаранам. То есть он полностью занимает свои чувства преданным служением Верховной Личности Бога. Положение которого очевидно из таких писаний, как Махабхарата, Шримад Бхагаватам, Упанишады.
То есть он полностью соответствует, он, этот человек, принявший прибежище в Гаудии Сампрадайе, полностью соответствует качествам вайшнава и стандартам, утвержденным Шрути, Смрити и Пуранами. То есть он полностью является вайшнавом. И любой вайшнав из любой другой традиции, не принявший прибежище в Гаудии Сампрадайе, если он вообще вайшнав, он не может не признать, что эти люди вайшнавы. Да? И какой еще результат прибежища? Принятие прибежища в Гаудии Сампрадайе. Человек опирается на авторитет Шрути, Смрити, Пураны, Панчаратрики. Да? Рупа Госвами утверждает этот принцип. Шрути, Смрити, Пуранади, Панчаратра, Витхим, Вина. Акантики, Харяр, Бхакти, Патаяева, Калпате. Если человек не опирается в своем преданном служении на авторитет, гуру, на авторитет Шрути, Смрити, Пуран и Панчаратрики, то что это такое? Как такое преданное служение называется? Утпад. Да, беспокойство общества, он просто беспокоит общество. Это очень тонкий момент. Кто-то может думать, да любой бхакти лучше, чем бхакти. Как говорится, плохой дядя лучше, чем никакого дяди. Нет, лучше никакого бхакти, чем плохой бхакти. Утпад, это беспокойство в обществе. Даже проповедь принципов бхакти, смешанная с апасидхантой, является опасной и вредной для общества. Да? Джива Госвами отмечает, что люди, которые не подвергают тщательному анализу то, чему они учат, не заботятся о том, чтобы все, чему они учат, основывалось на авторитете шастр, проповедь таких людей очень опасна для общества. Хотя там могут звучать слова Кришна, Бхакти, предание и так далее, и так далее. Атма, мы не тело. Очень хорошие вещи, правильные могут звучать. Но итог, это опасно для общества. Это другая тема. Видия-авидия, это ложное знание хуже, чем отсутствие знания. Ложное знание хуже, чем полное отсутствие знания. И, да, вот такие результаты, когда человек принимает прибежище у Гауры и Нитянанды, и их прямых последователей, шести Госвами и других ачарьев, парампаре, он проявляет качество вайшнава, он погружается полностью в преданное служение, занимая все свои чувства служением господину чувств. Хришикена, Хришикеша, Севанам, Бхакти, Ручете. То есть он демонстрирует высший уровень понимания науки о бхакти на практике. Вот такой результат принятия прибежища у Господа Чайтаньи, Господа Нитянанды. Но откровение, но основа для принятия самих Господа Чайтаньи и Нитянанды – самая прамана, на основе которой принимают Господа Чайтанью и Нитянанду как верховную личность Бога, является откровение великих вайшнавов этой традиции. То есть частично мы основываемся на откровениях ачарьев традиции, частично на Шрути, Смрити, Пуранах и Панчаратрике. Да? То есть звучит как бы, что что-то находится за пределами Шрути, Смрити, Пураны, Панчаратрики. Может быть, да, какие-то эзотерические аспекты, паракии, свакии, положение Шри Чайтаньи Махапрабху, положение Шримати Радарани, то есть другие вайшнавы по-другому понимают Шримати Радарани, в разных сампрадаях по-разному. В Шри Сампрадае вообще не знают, кто это, не, вернее, знают. Они думают, что гопику, лучшую из гопи, которая описана в Шримад-Бхагаватам, там есть отношение Кришны с гопи, и там есть некая гопи, которая лучше из всех этих гопи. Шри Вайшнава считает, что вот эту вот гопи, гопику, лучшую из всех гопи, мы называем Радхой. И Шри Вайшнавские пандиты говорят, ну, мы не против, ну, если они ее называют Радха, пусть называют, но имени Радха мы не встречали в шастрах. По крайней мере, они не знают таких шастров, где можно встретить имя Радхарани. Там есть другая презентация Кришна Лилы, где Кришна женится на девушке, которая является дочерью брата Яшоды Май. Ну, я забыл ее имя. Ну, в общем, немножко другой взгляд на это, другие истины им открыты. Очень многие вещи, положение Шримати Радарани, положение Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников,
Положение Баларамы как первого экспансии Кришны. Это Шри Вайшнавы принимают, что Баларам не является непосредственным проявлением Нараяны. Он является непосредственным экспансией Санкаршаны. Ага. Тогда как Кришну они считают непосредственным проявлением Нараяны. Шрила Прабхупада об этом говорил, что поделать. Мы считаем первым того, кого любим. Но в принципе, то, что понятно Рамануджи, понятно и нам. То есть здесь спор идет, здесь спор не выходит за рамки трансцендентной реальности. Понимаете, да? То есть в любом случае Кришна и Нараяна, верховная личность Бога, трансцендентная Нараяна Паровьякта, трансцендентная к материальному творению. Эти эзотерические истины, основ мы получаем, праманы являются откровением великих ачарьев нашей традиции. Мы опираемся на откровения. И кто-то может почувствовать комплекс некий. Упс, у нас все-таки основой являются откровения ачарьев нашей традиции. Но есть хорошая новость. Кто нас может в этом обвинить? Только представители других четырех, других сампрадай вайшнавских. О, вы основываетесь на откровениях своих каких-то учителей. О, да, мы основываемся, но посмотрите, они же совершенные вайшнавы. Посмотрите их жизнь, посмотрите на их качество, посмотрите на то, какой результат их проповеди. Да, посмотрите на то, как они представляют науку сознания Кришны в строгом соответствии с шастрами. Да, мы читаем Бхагавад-гиту, мы читаем Шримад-Бхагаватам, мы не... у нас нет каких-то грант вместо этого, как, допустим, есть одна апа-сампрадая в Индии с вами Нараяна. Они не читают Бхагавад-гиту, у них есть какая-то книга авторства вот этого с вами Нараяна, преданного, на самом деле, которого они возвели в положение Бога. Возведя его в положение Бога, это обычное явление, когда преувеличивается положение саду или гуру, саду или ачарьев, преувеличивается положение, то это покрывает, нарушает связь с шастрами. Преувеличение положения саду ломает связь с шастрами. И с вами Нараяна, апа-сампрадай теперь уже, именно это и произошло, приняв его как Бога, они больше не читают Бхагавад-гиту, да, то есть это не является их главной гранхой, главной шастрой. Но тогда как результат проповеди истинных ачарьев, Бхагавад-гита, как она есть, да, результат проповеди истинных ачарьев, вайшнавов, человек принимает прибежище в Бхагавад-гите, в Бхагавад-гите поклоняется ей как неотличный от Господа, принимая ее положение как трансцендентное, да, цитирует Бхагавад-гиту, проповедует Бхагавад-гиту, следует Бхагавад-гите. То есть это результат деятельности совершенных вайшнавов, уполномоченных представителей Господа, приходящих в этот мир. Как мы можем не поверить их откровениям, когда Бхактивинод Такур говорит, что вот здесь Ишодин лес, вот где находится Самадхи, мандир Пушпа Самадхи находится в Ишодин, лес Ишодин, он описывает лес Ишодин. Он описывает, что здесь происходит на уровне Апракрита, он видит эту трансцендентную реальность Навадвипадхамы. А почему мы не... Как мы можем не верить Бхактивинода Такуру, если он является совершенным вайшнавом, да, в совершенстве постигшим науку о Кришне, науку о преданном служении? А, то есть нас могут упрекнуть другие сампрадаи. Но хорошая новость, они не могут нас упрекнуть, потому что каждая сампрадая частично основывается на откровениях ачарьев, которые являли нити ситх, которые приходили в эту сампрадаю. То есть сампрадая контролируется и поддерживается нити ситхами, которые периодически приходят во все традиции, чтобы поддерживать эти традиции, а иногда придавать им более эффективную форму, как это сделал Шрила Прабхупада, ничего не изменив. Да. А приспособил эту традицию, не поменяв ее принципы. И все сампрадаи основываются частично на откровениях. Альвары, святые, нити ситхи, приходящие тоже в материальный мир, их откровения являются основой учения Шри Сампрадаи. Да, то есть они были вне сампрадаи. То есть некоторые альвары, Нама Альвар, в частности, приходил 5000 лет назад. И он не приходил в Шри Сампрадаю,
он просто пришел в материальный мир. Они были подобны Нитянанде, авадутами, не от мира сего. Да, и его откровения лежат в основе учения Рамануджа-ачарьи. И вот этот, да, кстати, к дню явления Господа Нитянанды очень уместно будет обратиться к откровению вот этого Нама Альвара. 5000 лет он написал, есть труд, забыл его название, пророчество, он написал пророчество. Нама Альвару принадлежит некий труд, пророческая такая шастра. И он там говорит, что он видит, ему открывается видение, будущее. Он видит будущее, и он говорит: «Я вижу людей, которые с поднятыми руками поют имена Господа Мадхавы, на их лбах вертикальные знаки Вишну, и они поют, охваченные экстазом, и танцуют. И я вижу, что их становится больше и больше, да? Я вижу, что весь мир становится таким». И он говорит: «О, люди, присоединяйтесь к этим преданным». Это то, что он видит 5000 лет назад, и то, что мы видим сейчас. То есть иногда, чтобы поверить во что-то, принять что-то не слепо, а по-настоящему, недостаточно одной праманы, необходимо сочетание праман. И вот это шабда, откровение великой души, который видит это будущее, что люди с поднятыми руками поют и танцуют имена Господа Мадхавы, поют имена Господа Мадхавы, танцуют в экстазе, да, у них тилаки, их становится больше, весь мир становится таким, присоединяется к ним. «Я вижу это», он говорит, «я вижу», он повторяет эти слова: «я вижу», там несколько шлок. Есть книга, ее можно купить, где это все подробно описано. Это шабда, откровение великой личности. А теперь мы просто, как Ними Прабу советует, заходим в интернет и смотрим фотографии, да, с руками поднятыми, с тилаками по всему миру. Вот. И что надо делать? Надо послушать Нама Альвара, присоединиться надо. Да, потому что все равно весь мир станет таким лучше раньше, чем быть где-то там позже. Да. То есть откровение великих душ мы принимаем как шабду. И также к основе на откровениях можно добавить, что все веды являются откровением, все веды являются материальный мир как откровение великих душ. Да, источником ведического знания является Нараяна, но различные аспекты этого знания являются через различных риши, мудрецов или преданных, чье сознание чисто, через них являются шастры. Через Яги-Валкью явилась Яджурведа, да, Яджурведа, в частности, где частью которой является Шри Шапанишат, то есть эти мантры, они вечны. Они появляются в материальном мире в неизменном виде. В других вселенных, которых все знают сколько, да, как безграничное множество, во всех других вселенных Шри Шапанишат звучит точно так же, буква в букву. Когда вселенная уничтожается, полное уничтожение происходит, пралая, и потом опять создается. Веды, изначальные веды, четыре веды, их мантры ведические, шрути, не пураны. Пураны все время меняются. Но они объясняют шрути, веды. То есть не меняется знание, суть пуран. Но исторические детали, форма, так сказать, повествования может меняться. Но шрути никогда не меняется. Когда во всех вселенных они звучат одинаково, слово в слово, буква в букву. И когда вселенная уничтожится, опять возникнет необходимость в том, чтобы проявить ведическое знание в этой вселенной. Шри Шапанишат опять будет звучать так же. Ишаваси Мадам Сарвам. Это никогда не меняется. Но это всегда приходит через риши, через великих личностей. Да? То есть эту мантру своим хуламану прославил Господа и вознес ему молитвы, находясь в опасности, когда его хотели, на него набросились ракшасы и якши. Да? И он искренне прославил Господа и вознес ему молитвы. И что получилось? Получился Шри Шапанишат. Получились те самые мантры, которые вечно
существуют. Да? То есть все веды являются откровением. Источником ведического знания изначально является Господь Брахма, и какие-то разделы вед ведического знания проявляются через некоторых риши. И иногда шастры утрачиваются, исчезают. Тогда возникает необходимость явить недостающие мантры какой-то шастры через какую-либо личность. То есть это в любом случае все, на что мы опираемся, является откровением великих душ, великих личностей. Но так или иначе, между этими откровениями есть градация. Шрути является откровением первого порядка, первого уровня, высшего уровня, высшей праманы. Шрути – это изначальные веды, туда относятся Упанишады. Смрити, Пураны и Итихасы, Махабхараты, Рамаяна относятся к прамане другого уровня. Откровения великих личностей, саду, явленных уже в Сампрадае, уже в процессе века Кали, да, являются откровениями другого уровня, третьего уровня, скажем так. И положение Шри Чайтаньи Махапрабху, как мы уже сказали, что не может, нет Нитянанды без Чайтаньи. Да. Без Кришны Чайтаньи нет Нитянанды. То есть Кришна Чайтанья на многие языки – это двусмысленное выражение. То есть если мы понимаем положение Шри Чайтаньи Махапрабху, тогда мы будем понимать положение Нитянанды. Если же мы принимаем положение Шри Чайтаньи Махапрабху, но отвергаем Нитянанду, то Кришнадас Кавираж Госвами таких людей называет пашанди, атеистами. Это атеизм. Или лучше вообще быть атеистом, чем совершать такое оскорбление. То есть нет Кришны Чайтаньи без Нитянанды, означает, без милости Господа Нитянанды нельзя постичь Господа Чайтаньи и стать слугой Господа Чайтаньи. И нет Нитянанды без Кришны Чайтаньи. Поскольку именно по милости Господа Чайтаньи Господь Нитянанда проявляет вот это самое главное качество Господа Чайтаньи, намо махавданьяя, милость. Это качество проявляется в Господе Нитянанде для удовлетворения Господа Чайтаньи. Господь Нитянанда проявляет это качество в большей степени, чем сам Господь Чайтанья. По его милости, благодаря его проповеди, для живых существ раскрываются истины священных писаний, истина о преданном служении. И двусмысленность в этом выражении. Без Кришны Чайтаньи нет Нитянанды. Кришна Чайтанья на многие языки в Индии до сих пор переводится как сознание Кришны. То есть сознание Кришны переводится, вот можно в книгах открыть, сознание Кришны будет Кришна Чайтанья. Чайтанья – это сознание, Кришна – это Кришна. Кришна Чайтанья – это сознание Кришны. То есть Господь Нитянанда делает сознание Кришны очень доступным. Вся Бенгалия является преданными Господу Гауранги, потому что Господь Чайтанья, следуя приказу Господу Гауранги, проповедовал с Харидасом Такуром в Бенгалии. Господь Чайтанья не проповедовал здесь сам, говорил, я не могу, ты иди проповедуй. И здесь проповедовал Господь Нитянанда все семена бхакти, которые впоследствии были политы и взрощены проповедью Шримананда, Наротама и Шринаваса. Вайшнавизм распространился широко в Бенгалии по милости Господа Нитянанды и его вечных спутников, которые приходили в Сампрадай, как вот эти великие ачарьи. И таким образом, по милости Господа Нитянанды, сознание Кришны стало доступно. Стало доступно в Бенгалии, где в основном жили племена, да, то есть люди нецивилизованные, а если и цивилизованные, то это были смарты, отдающий предпочтение поклонению Дурге, Шакте. То есть Бенгалия можно смело это произнести, была погружена в невежество во всех, в глубочайшее невежество, в дремучее невежество, в безнадежное невежество. Но по милости Господа Нитянанды она превратилась в святое место, где человека с вертикальной Гауди Вайшнавской Тилакой можно встретить в любом городе, в любой деревне. И даже много таких людей, где очень большая вероятность просто встретить Харинаму на какой-то улице или услышать колокол в храме Радхи и Кришны или Гаура Гададхара. В основном поклоняется Гаура Гададхара здесь.
И вот это, чем быстрее, тем лучше для нас принять прибежище у Господа, читание Нитьянанды, как, повторяя их имена и поклоняясь Гаур-Нитай и Панчататве. Тогда даже глупец сможет осознать их положение. А если мы осознаем их положение, мы станем, очистимся и обретем квалификацию для того, чтобы служить Радхе и Кришне лично во Вриндаване. И я прочитаю то, что Бхактинот Такур говорит о милости Шри Нитьянанды в Навадвипа-дхама Махатме. Шри Чайтанья – самое сокровенное из аватар Кришны. Хотя я знаю, что Он Всевышний Господь, Его деяния сокровенны. Священные Писания лишь намеком упоминают о них, оттого их не в силах постичь непреданные. Священные Писания намеком, да. Авторитет в Шрути мы принимаем, Шримад Бхагаватам условно относится к Смрити Прастхане, потому что он является Пураной, но он также является комментарием автора Веданта Сутр на Веданта Сутры. Да? Поэтому философия, которая содержится в Шримад Бхагаватам, это Ведант, это суть всего ведического знания. Да? И в Шримад Бхагаватам, и это Шрути, кто хочет, как, Шрути или Смрити, или и Шрути, и Смрити. В Шримад Бхагаватам, в Махабарате есть шлоки, которые говорят о воплощении Господа в Кали-Югу, Чхая на аватаре, а в скрытом воплощении, которое будет со своими спутниками проповедовать Санкиртану. И орудием его проповеди будет именно являться святое имя. Кришнаварнам твиша Кришнам, Сангопангастара Паршидам, Ягьяй Санкиртана Праяй, Яджанти Хи Сумеда Сахай. Разумные люди будут поклоняться воплощению Господа в Кали-Югу, который проповедует Санкиртану Ягью вместе со своими спутниками. Да? Это предсказание. Предсказания есть, это шабда. Так, ну и где же воплощение Господа со своими спутниками, проповедующий Санкиртану? Где? Вот они, да. Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда. Больше нет никаких кандидатур. Некого рассматривать, не за кого голосовать. Они проповедуют Санкиртану. Санкиртанайка Питароу, они являются отцами движения Санкиртаны. По их милости движение Санкиртаны утвердилось в этом мире и распространяется, как Шрила Прабхупада говорил, подобно пожару. Таким образом, это благодаря милости великих преданных спутников Господа Чайтаньи Нитьянанды, нам эти намеки в священных писаниях воспринимаются как нечто абсолютно очевидное. Да. То есть мы видим, да, это речь идет о Господе Чайтанье, о его спутниках. Да. Все эти шлоки становятся для нас очевидными, потому что по милости Господа Нитьянанды, ачарья является непосредственным проявлением Господа Нитьянанды. Однажды Шрила Прабхупада, не могу уточнить эту речь, в своей одной речи сказал: мой духовный учитель, который является Нитьянандой, то есть буквально my spiritual master, who is Нитьянанда. Да, то есть интересно. Да, Шрила Прабхупада называет Бхактисиддханта Сарасвати Нитьянандой. Что это может значить? Это значит то, что Нитьянанда и Баларама – это гуру татва. Да, и каждый гуру является представителем Нитьянанды Баларамы. И также Нитьянанда означает вечное блаженство. То есть это фактически синоним слова Кришнананда из мантр Гайтри, гуру Гайтри. Кришнананда, тот, кто погружен в блаженство, служение Кришне, или тот, кто своим служением вызывает блаженство, ощущение блаженства у Кришны. Это взаимно. То есть невозможно испытывать Кришнананду или пережить бхакти-расу, не будучи потенциально способным вызвать блаженство или расу, удовольствие у Кришны. То есть, когда преданный своими усилиями достигает этой цели, удовлетворяет Кришну,
в этот момент он испытывает блаженство, он счастлив. И поскольку Кришну несложно удовлетворить, преданные счастливы. Потому что преданные просто повторяют Харе Кришна, вкушают прасад, получают даршан божеств, слушают о Кришне. Это само по себе приносит счастье. А почему это приносит счастье? Потому что эта деятельность доставляет удовольствие Господу. Да, то есть это не механистический процесс. Это раса, бхакти-раса. И Нитянанда – это синоним Кришнананда. То есть Нитянанда… Почему духовный учитель не отличен от Нитянанды? Почему он является Нитянандой? Потому что это гуру-татва, это проявление Нитянанды. Он учит тому, как погрузиться в это блаженство преданного служения. Он сам погружен в это блаженство. Мы тоже можем сказать, что Шрила Прабхупада не отличен от Нитянанды. И некоторые вайшнавские группы, преданные, рассказывал, он увидел книгу где-то в Навадвипе, вот, и он заметил там фотографию Шрилы Прабхупады, и под фотографией Шрилы Прабхупады в книге, выпущенной какой-то другой вайшнавской группой, не ИСККОН, там разные были фотографии, и под фотографией Шрилы Прабхупады было невзначай написано «Нитянанда Авеша Аватара». А Чебхактивиданта с вами Прабхупад. То есть это не является спекуляцией, это не является отступлением от Сиданты. Это безусловно так. Шрила Прабхупада является Нитянанда Авеша Аватарой, поскольку только Нитянанда может проповедовать так успешно. Даже Господь Чайтанья сказал, что я не могу, иди проповедуй в Бенгалии, ты сам предпочел остаться в Джаганнатхапуре. Да, то есть Нитянанда распространил культ Господа Чайтани по всей Бенгалии, и его уполномоченный представитель сделал даже больше, чем сам Нитянанда. Потому что, по сути, просто пришло время, и Господь Нитянанда совершил эти удивительные деяния в форме Шрилы Прабхупады. Это не означает, что Шрила Прабхупада вишнутатва, Шрила Прабхупада великий преданный Господа, но... В нем проявилась эта авеша, эти полномочия, эта сила распространять сознание Кришны. Таким образом, по милости Господа Нитянанды, сознание Кришны становится доступным, и положение Господа Чайтаньи становится понятным. И да, дальше прочитаем про милость Господа Нитянанды. Мы не всегда понимаем, что то, что с нами происходит, является милостью Господа Нитянанды. И вот эти абзацы могут помочь прочувствовать это. Священное Писание лишь намеком упоминают о сокровенных деяниях Господа Чайтанья, о его положении. Оттого их не в силах постичь непреданные. С незапамятных времен сама иллюзия Майя Деви скрыла в богооткровенных писаниях истины о Шри Чайтанье от глаз ученых-знатоков священных книг. Вот по какой причине все, касающееся Шри Чайтаньи и указания, как открытых, так и неизвестных людям писаний, пребывали в глубокой тайне. То есть Майя Деви скрывала утверждения священных писаний, указывающих на положение Господа Чайтаньи и Нитянанды. Поэтому даже великие знатоки священных писаний... Сейчас закончим. Окей. Ну, в общем, здесь говорится, что... Не буду читать все тогда. Здесь говорится, что в какой-то момент Майя убрала покров со священных писаний, эти истины о Шри Чайтанье Махапрабху стали очевидными для знатоков священных текстов. И почему это произошло? Потому что именно Господь Нитянанда приказал Майе Деви открыть эти истины. То есть, по милости Господа Нитянанды, сознание Кришны становится доступным. Поэтому рекомендуется настоятельно в стихе, который мы прочитали, принять прибежище у Господа Чайтанья и Нитянанды, повторяя их святые имена, поклоняясь их божественным формам. Шри Нитянанда Прабху ки, Шрила Прабхупада ки.